Урок цифры. Такое занятие начали проводить в школах Югры. Вообще, это всероссийское образовательное мероприятие. На нем детей учат новейшим технологиям, которые появляются в стране. В этом году урок посвятили искусственному интеллекту. Детям рассказали, кто его разрабатывает и где он применяется. На уроке школьники и сами предлагали свои идеи по применению искусственного интеллекта. Это отметил Павел Цыпорин, руководитель окружного департамента информационных технологий и цифрового развития. Идеи хорошие, то есть тут самое главное, чтобы у них на этом этапе уже в мозгу складывалось то, где можно применить искусственный интеллект. Потому что самое, конечно же, интересное – это применимость. Алгоритмы уже более-менее все известны, дата-сайентисты есть. И вот если на этом уровне, там, вот, на уровне пятых-восьмых классов у детей будет мышление такое, где можно применимость именно искусственного интеллекта использовать, то я думаю, что это в будущем даст как раз их, усилит их интерес войти в эту сферу. И из них, может быть, вырастет хорошие дата-сайентисты, которые смогут внедрять проекты у нас в регионе. Важность профориентации благодаря таким занятиям подчеркнул и директор департамента образования и молодежной политики Югры Алексей Дренин. Он сообщил, что спрос на квалифицированных специалистов в области программирования, обработки данных, создания IT-продуктов высок, в частности и в нашем регионе. К тому же практически все дети пользуются гаджетами, и принцип их работы понимать тоже необходимо. Осознавать, что происходит, осознавать, как это работает, и самое главное, эффективно это использовать в своей жизни, потому что без цифры в настоящее время, собственно говоря, не реализуется, наверное, уже не один процесс.